Тепло в Павлодаре может подорожать еще на 12%. Энергетики подали заявку об увеличении нормы потребления тепловой энергии. Если местные антимонопольщики удовлетворят эту просьбу, то карманы павлодарцев опустеют на кругленькую сумму. Однако эксперты считают заявку тепловиков необоснованной. Айда Хамзина оценивала ситуацию. Энергетики подали заявку на увеличение нормы потребления тепла, приводя, по их мнению, весомый аргумент. Мол, жилье в Павлодаре уже состарилось, эксплуатационный срок давно вышел, и тепло тут якобы не держится. А таких домов более 90%. Но даже если просьбу монополистов утвердят, то лучше от этого в старых многоэтажках не станет. Они лишь возместят ущерб за тепло, которое греет улицы. Что нам подают, то и у нас и есть. Жильцы более 300 квартир в доме по улице Розы Люксембург жалуются, который год энергетики им не додают тепла. В домах холодно, а счета в квитанциях растут стремительно. Давления не хватает, температура, сами видите, маленькая. За что люди платят, понять не могут сами. По словам монополистов, все математически и экономически обосновано. Норма потребления высчитана с точностью, никакого обмана. Если наша заявка будет принята, рассмотрена и утверждена, то за один квадратный метр стоимость отопления за один квадратный метр домов, не оснащенных счетчиками тепла, будет увеличиться на 7 тенге. Ну, в среднем, если брать квартиру размером там, 65 там, квадратных метров, то это, ну, около 500 тенге повышения. Только простым людям от этого не легче, считают общественники, а эксперты и вовсе придерживаются мнения, что если нормы и должны пересматриваться, то исключительно в сторону снижения. Это доказывают альтернативные расчеты. В связи с тем, что дополнительно новые дома были введены в действие, да, а у них норма потребления намного меньше, чем та, которая существовала до 99 года. И в силу вот этого включения новых домов, средневзвешенная норма должна быть меньше той, которая в настоящее время существует. Другими словами, эксперты заявку монополиста считают необоснованной. По их мнению, они противоречат утвержденным нормативам. Решение по этому вопросу Дарем должен вынести уже на днях. Между тем, в Павлодаре с этого года вступил новый тариф за тепло с 5% повышением. Аида Хамзина, Артем Коган, 7 канал, Павлодар.